Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Vivo X60 Pro изменить размер шрифта. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт. Переходим с вами в пункт экран и яркость. После чего нажимаем размер шрифта. И здесь мы можем увеличить, либо же уменьшить. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!